Уважаемые коллеги, с учетом текущей непростой глобальной геополитической обстановки необходимо принятие долгосрочной стратегии для использования всего потенциала организации. Мы выступаем за скорейшее принятие стратегии развития ШОС до 2035 года. Расширение торгово-экономического взаимодействия в регионе в целях обеспечения экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного, сбалансированного роста должно стать одним из приоритетных задач стратегии. В этой связи национальным координаторам необходимо ускорить процесс согласования документа. Призываю стороны усилить совместно по выполнению программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года.